Всем привет. Такая погода. У нас 2 дня дождь был. Вообще мерзкая погода. Выходить вот здесь вот, где бетон, можно было как на катке утром кататься. И вот буквально минут 15 назад начался снегопад прям сильный. Не знаю, через камеру, наверное, не видно через эту. Ролики не выходят, блин, снимать нечего. Сейчас этот, с мамой идем в больницу зубной. Короче, у меня зуб нужно лечить, пломбировать. У нее тоже вчера что-то расшатался. В общем, сейчас пойдем вместе. Блин, лучше снег, чем дождь, конечно. Потому что слякоть такая, это. Я все ролик хотел снять, на рыбалку сходить, на лед. Если не получается. Лед один день встал, 20 градусов было минус. И потом на следующий день 15-16, и все, до нуля, до плюса дошло. В общем, все, приехали мы, сделали маме зуб. Мне поставили лекарство, там положили, короче, в зуб. И теперь оно будет неделю, по-моему, она сказала, через неделю, да. Ну, я чуть раньше пойду. У нас тут все до сих пор, вон снег какой. Все задувает. А вчера, или позавчера, вчера совсем другая погода была. Я в ролик вставлю, вот как мы с племянницей как раз вышли. Сначала мы катались тут, да, по-моему, в этот день. А потом, наоборот, слякоть была. Ну, я вставлю сейчас, посмотрим. Катишься. Я перевернул. Нет, мы до нас добежим сначала. Все, хватит. Не бойся. Страшно. Да, если сможешь. Быстрее меня бежишь. У нас вот такая вот погода мерзкая. Прям вообще мерзкая. Тут вон скользко. Весь бетон как каток. Сейчас начало таять. Вчера был снег, мы вчера катались вон с Дашкой. Сейчас уже асфальт. Сейчас, короче, иду за племянницей. Она со школы на обед не ходила. У нее там какой-то концерт у них. ДК. Они там поют, что ли, или что. Сейчас пойду. А у нее телефон разрядился. Я теперь связаться не знаю как. Сейчас, если успею, пойду ее заберу. Заодно посмотрю, что за концерт. Может, засниму, если получится. В центре пустота. Людей почти нету. Все занятает, ходить неудобно. Люди сидят дома все. Записи еще нет, я так понял. Они там репетируют внутри. Вот такой ДК здесь внутри. Длинные коридоры такие. Но здесь она и танцует, и все здесь выступления. Вон они что-то пляшут. Даша! Иди сюда! Фига, костюмы красивые. А, да? Да. А, точно. Долго еще? Мы ждем вот этого Артема. Потом запись. Если хорошо получится, то потом будет. Ё-моё. Это, короче, вы часа два еще будете? Нет, быстро. Фига, красиво как. Нет. Я тебя ждать буду? Все, полетело.
Ждут, короче, подключить колонки. Сейчас пока придет он, пока подключит, пока запишет. Еще с первого дубля навряд ли получится. Так что будем ждать. Снег вроде прекратился, но в центре почему-то меньше снега. У нас там на краю прям метет, а здесь не так уж. Записали они, сейчас они в музыкальную школу пошли, сейчас переоденутся и пойдем домой. Уже солнышко вон где. Час где-то прошел, уже солнце, все, капец, садится. Тихо стало на улице, снега нет, ну ветер дует, но снега нету. Зато мороз поднимается, прям чувствуется. Перед тем, как петь, я думаю, с ума что ли сошли. Расстояние. Все, идем. Совсем нет. Я вообще не брал. Мы сегодня с бабой ходили, зуб делали. И она, и я. Ей сделали, мне лекарства туда положили. Смотри, какое солнце. Ты заметила, снег перестал идти. Зато мороз поднимается. Блин, красоту я не заснял. Смотри, фонарь горит. Второй. Да, смотри, сосульки на фонаре. Я думал, вон сосульки на дереве. На фонаре. Ты смотри, какие эти сороки жирные. Офигеть. Смотри, они на пингвинов похожи. Гули, гули. Гули, гули. Ну это же как гусей. Видно на камеру. Вон садик наш. Блин, все такое лысое зимой. Радуга. Классно. Я по воде прошелся. Блин, вроде не промочил. А дома конфетки нет? Конфеток нету. Конфетки есть. Нету. Тебе конфетки вредны. Мне полезно. Даша. Эндорфин. Ты только конфеты ешь. Эндорфин. Эндорфин. Что-то не видно, что у тебя эндорфин вырабатывается. У меня вырабатывается эндорфин. Салат, оливье есть. О. Торт. Торт? Да. Ну торт я буду. Ну это понятно. Это делаю. Иди сюда. Как тебя зовут? Иди сюда. У нас каждый раз новый друг. Смотри, бежит, бежит, бежит. Сюда. Иди сюда. Ой, ой, ой. И хочет сюда подойти, боится. Что здесь, сколько? Так, ладно, все, всем пока. Маши пока. Пойдем есть торт, салат и все.